Динамично развивающийся строительный рынок нуждается в современных материалах, позволяющих качественно и в сжатые сроки осуществить строительство любой сложности. Решение есть. Полистирол-бетон – современный строительный материал, который эффективно применяется в малоэтажном домостроении. Материал неприхотлив в эксплуатации, при работе с ним не требуется тяжелая строительная техника. Для транспортировки достаточно небольшого грузового автомобиля. Полистирол-бетон – очень легкий и прочный материал. Вспененные гранулы, перемешанные с цементом и водой, наносятся на металлический каркас. Получается универсальный строительные блоки. Залог теплого и надежного дома в соблюдении всей технологической цепочки строительства. Блоки правильной геометрической формы плотно прилегают друг к другу. Промежутки между горизонтальными швами заполняются клеем и терможгутами. Вертикальные швы бетонируются полистирол-бетоном. И дополнительно снаружи все швы здания заливаются монтажной пеной. Благодаря этому дома из полистирол-бетона обладают высоким уровнем теплосбережения. Например, при отключении отопления в зимнее время теплопотери в здании составят 1 градус в сутки. Это особенно актуально в нашем суровом уральском климате. Дома из крупноблочного полистирол-бетона устойчивы к образованию трещин, им не страшны движения и проседания почвы. Блоки из полистирол-бетона третьего ряда с армированными перемычками предназначены для укладки плит перекрытий. Главная задача – обеспечить устойчивость здания даже в районах с повышенной сейсмоактивностью. При облицовке готового здания можно использовать любые отделочные материалы. Вам остается только жить и радоваться жизни в новом теплом доме. Компания «Полистирол-бетон Монолит». Производство, доставка, монтаж крупноблочных изделий из полистирол-бетона. Адрес компании: улица 8 марта, 12А, офис 1020. Телефон 8-922-29-75-317. Сайт www.p-beton.sky.ru. Смотрите далее в программе «Полезные метры». Ламинированные гипсотканевые панели – инновации для создания уникального интерьера. Мерцание живого огня и теплая домашняя атмосфера. Выбираем правильный камин. Декоративные изыски. Каким должен быть настоящий художественный шедевр? Звездная невесомость для идеального сна. Удивительные спальные системы. Внимание! Зверушки ждут хозяев. Советы по выбору. Таким может быть ремонт, если в отделке использовать инновационные строительные материалы. Например, ламинированные гипсотканевые панели «Баузит». Это финишное покрытие внутренних стен и создание перегородок, причем сразу же готовых к монтажу. Применение таких панелей существенно уменьшает сроки ремонта и экономит затраты на него, так как ламинированные плиты не требуют дальнейшей отделки. Для отделки стен в помещениях с большой площадью лучше выбрать панели «Диамат». Они замечательно подойдут не только для торгово-офисных помещений, но и для лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений. Одним из ярко выраженных достоинств панелей является их использование в помещениях с высокой влажностью, а также высокой проходимостью. Панель гипсоакриловая, на ней в данном случае используется гипсокартоновая основа, 5 слоев акрила, 3 слоя лака. В качестве основы может использоваться стекломагниевый лист, гипсосрубочный лист, асбестцементный лист. То есть принципиально значение имеет, какая основа. Производится любого цвета по каталогу РАО, плюс текстуры, древесные текстуры, камневидные текстуры, то есть все что угодно. Это задается валом уже по ходу. Габариты листа. Все, что предоставляется сырьем 1200 шириной до 360 длиной. Панели с пластиковым покрытием – еще один революционный отделочный материал, идеален для применения в медицинских учреждениях. Панели G-Plus – это уникальные панели на рынке. Основа – это стекломагниевый лист, абсолютно не грючий, абсолютно влагостойкий материал. Сверху ламинированный пластиком. Для тех, кто хочет сделать интерьер эксклюзивным, дизайнеры советуют использовать в отделке уникальные материалы. 3D-пленка – это, по сути, пластик с мультилинзовым эффектом, изготовленный из поликарбоната. Поверхность, покрытая множеством крошечных параболических линз, создает у наблюдателя иллюзию движения. Неожиданно проявляющиеся скоротечные образы, искры космической пыли, мерцающий шелк будоражат воображение смотрящего, создавая вокруг фантастический мир. Не бойтесь эксклюзивных, но в то же время простых интерьерных решений. А подобрать подходящие материалы вам помогут квалифицированные специалисты. Компания «Уралгиз» – лидер на рынке огнестойких стеновых панелей. Большая складская программа позволит отгрузить товар сразу после оплаты. При необходимости других параметров листа или цвета, не оказавшегося на складе, срок поставки составит не более 2 недель. Адрес центрального офиса – Городская, 2, корпус С. Телефон 389-8909. Смотрите далее в программе «Полезные метры». Мерцание живого огня и теплая домашняя атмосфера. Выбираем правильный камин. Декоративные изыски. Каким должен быть настоящий художественный шедевр? Звездная невесомость для идеального сна. Удивительные спальные системы. Внимание! Зверушки ждут хозяев. Советы по выбору.
Современные топки и камины отличаются функциональностью. Эффектное бушующее пламя или тихий спокойный огонь. Интенсивность горения теперь зависит только от того, в какую сторону вы повернете заслонку. Используя подачу воздуха на горение и заслонку байпас, при установленной системе ПАК вы можете полностью управлять эффективностью горения. Как вы видите, я только что открыл заслонку байпас, и мы наблюдаем с вами уникальное динамичное пламя. Другая характеристика качественной топки – экологичность, которая достигается за счет высокой температуры. Топка нагревается до 700 градусов. Сгорают даже отходы горения, такие как углекислый газ и пыль. Технологичность современных каминов определяется высочайшим КПД, который может доходить до 80%. Это достигается за счет подачи воздуха на дожиг дымовых газов. Тем самым все дымовые газы внутри камеры горения вашего камина воспламеняются и отдают всю тепловую энергию в помещение. Функциональность такого камина позволяет пользоваться им и в теплое время года, когда хочется просто насладиться видом пламени. Посмотрите на этот действующий камин. Правда, впечатляет? Окунуться в атмосферу тепла и уюта, насладиться танцем огня и прочувствовать тепло домашнего очага может каждый. Стоит только выбрать хороший камин. Компания «Домотехника Урал» с гордостью представляет камины, печи, мраморные порталы, а также котлы, радиаторы и дымоходы. Комплексный подход, профессиональные консультации, проектирование, доставка. Бесплатное хранение оплаченного товара до 150 дней. Вас ждут по адресу Белинского, 86, салон-магазин «Домотехника». Орнамент или декоративная композиция в оконном или дверном проеме, самостоятельное панно из стекла или другого металла, пропускающего свет – все это витражи. Красота таких композиций откладывает отпечаток индивидуальности и неповторимости на все здание. Приоткроем завесу тайны появления витражей. Цветные стекла изготавливаются по заданному размеру и форме и представляют собой элементы геометрического или растительного орнамента, коврового узора, соединенные металлическими ленточными креплениями. Каркас из гибкой арматуры и заполнение из разноцветного стекла формируют красочную гамму композиции. Локальные цветовые пятна, вырезанные из разноцветных стекол, составляют определенные детали и фрагменты изображения. Новейшие технологии производства стекла значительно расширили возможности функционального использования витража. Наряду с привычным применением витража для заполнения проема, все чаще стали встречаться приемы, где стекло используется в самых непредсказуемых вариантах. Это и декор подвесных потолков, и разграничивающее пространство перегородки и ширмы, и обрамление плафонов и бра, и вставки в мебель или столешницы, а еще декоративное оформление помещений в виде панно или вообще сплошных плоскостей. Сейчас изделие из стекла становится не только драгоценной вставкой в оправу, но и совершенно самостоятельным, самоценным произведением. Благодаря своей светопропускной способности, плоскость витража может служить прекрасным приемом зонирования, не нарушающим целостности восприятия пространства. Причем только витраж способен создавать в интерьере особую световоздушную атмосферу, изменчивую и непредсказуемую игру цвета. Компания «Витраж 21 век» предлагает изготовление витражей любого размера и сложности. Все изделия выполняются на собственной производственной базе. Телефон компании 8-963-03-78-577. Умеете ли вы правильно спать? Учеными доказано, если кровать выбрана неграмотно, человек может просыпаться до 5-6 раз за ночь. Может быть, вы этого и не помните, но ваш организм помнит. Как результат, чувство разбитости по утрам, усталость и низкая работоспособность. Знакомая картина, не правда ли? Матрас, изготовленный из материала темпур, полностью поглощает колебания и давление тела. А значит, во время сна мышцы полностью расслабляются, а позвоночник принимает анатомически правильную форму. Здоровый сон обеспечен. Темпур стал основой для создания спальной системы нового поколения. Ее уникальность в огромном количестве удовольствий. При помощи пневматического пульта можно легко придать наиболее удобное положение телу. Регулируемое основание кровати прочное и состоит из множества независимых пружинных элементов. По виду они напоминают пчелиные соты и отлично пропускают воздух, обеспечивая проветривание матраса. Для наиболее качественного отдыха подбираем аксессуары для сна. Уникальное терморегулируемое тело создает комфортную атмосферу, поддерживая оптимальную температуру во время
режиме всего сна. А подушки из темпура обладают способностью облегчать болевые ощущения, предотвращать храп и расстройство сна. Особенность такой кровати – центр здоровья, то есть усиленная конструкция матраса в области поясницы. Механизм трансформации позволяет сделать как полноценную двухспальную кровать, так и установить второе отдельное спальное место. Это настолько легко, что справиться может даже подросток. А маму наверняка порадует вместительный ящик для белья. Каждый человек проводит треть своей жизни во сне. И именно сон помогает восстановить силы и здоровье для новых свершений. Так пусть же отдых будет полноценным. Уникальные спальные системы Sleep System в Екатеринбурге. Получено медицинское регистрационное удостоверение на ортопедические матрасы и подушки из материала Tempur от Росздравнадзора. Это официальное подтверждение эффективности продукции для профилактики и при лечении различных заболеваний. Вас ждут по адресу Визбульвар 13, мебельный центр Эмма, корпус А, салон 413. Все подробности на сайте www.sleepsystem.ru. Папа дяди Федора, помнится, говорил: надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок. Наша редакция с ним вполне согласна. Скучно в доме без любимцев. Поэтому сегодня мы отправились за ценными советами по выбору питомцев в гипермаркет зоотоваров. Глаза здесь буквально разбегаются, кого тут только нет. И крылатые, и пушистые, и чешуйчатые. Экзотика, да и только. Первый совет, который нам дали – не покупать зверька в подарок. Лучше, если будущий хозяин сам выберет себе животное по душе. Если нет такой возможности, лучше подарить сертификат. Второй совет – не покупать животных с рук. Они могут быть заражены различными болезнями и паразитами. Совет третий – не всегда стоит идти на поводу у собственного желания. Захотелось экзотики – правильно оцените собственные силы. Еще один повод обратиться в крупный зоомаркет – большой ассортимент. Не нужно ездить по городу в поиске подходящей клетки, аквариума или террариума. При покупке животного вам сразу помогут подобрать для него уютное жилище, полностью отвечающее всем его потребностям. Но и это еще не все. Оборудование, подсветка, декоративные элементы, различные аксессуары, корм, витамины, одежда. Вот список всего необходимого. Выбираем легко и с любовью к новому члену вашей семьи. Мы определились с выбором. Кролик Степа – символ года и новый любимец редакции программы «Полезные метры». Отныне он живет у нас, но ваш питомец еще дожидается своего часа. Посмотрите, может быть, это он? Оптово-розничный гипермаркет «Зоотрейд» – это порядка 10 тысяч наименований различных товаров для домашних животных. Широко представлена аквариумистика и многое другое по отличным ценам. Вас ждут домашние любимцы – животные, рептилии, птицы и рыбки. Адрес гипермаркета – улица Маневровая, 9. Телефон 253-69-49. За интернет благодарим компанию «Кабинет».